Вот это борьба, вот это кайф. Не показывается, да? Наш трофейчик идет. Да хороший, смотри какой. Я понимаю, у меня тоже. Вот мой фидер, смотрите, как согнулся. Опа, ну нифига себе. Доброе утро, уважаемые зрители, подписчики, также гости канала. Опять мы с Михаилом приехали, второй день. Сегодня у нас задача поймать хотя бы на 3-5 килограмма карпика. Трофейчика, можно сказать, для открытия такого. Вчера мы не смогли вытащить, у нас клюнул такой зеркальный. Включил камеру, посмотрите, запись идет. Да. Ребята, вот первая поклевочка. Вот это да, блин, поднять не могу его. Подними ее наоборот, вот так держи. Мы все сидели, но мы его не смогли вытащить. Такие килограмм полтора порыбачили, но душу отвели. Для открытия это очень отлично. Все, всего сейчас заплываем, ну и рыбачим. А вам приятного просмотра. Да, Миха, все, мы собираемся, качаем лодку и вперед. Вчера с Михаилом заехали в магазин. Взяли ему крутую удочку. Сейчас будет тестить ее. Кистанки какой-то. Вчера все быстро-быстро. Ну, типа, нормально она выгребает 90 грамм, 200. А, вот это на 120 грамм. Вот. Ну и попробуем сейчас. Такая вот классическая ручка, комбинированное дерево с этим. С тестом 120 грамм, длиной 3,9. Маданин шина. 3 наконечника идут. Ну все, сейчас соберем. Будет Мишаня тестировать ее. Она складывается с трех частей. Четвертый наконечник получается. О! Есть. Сейчас зацепим мы его. Да ты че? Ова! Красавчик какой! Леску ослабь, с катушки. О. Отпусти его просто и все. Я тоже уже одного вытащил. Все, продолжаем рыбачить. Сегодня заплыли немножко подальше. Вот
Закинул две удочки. Да, сегодня ветер, волна бомбическая. Природа-то какая лепота! Ты это садком сам, а ты у меня здесь. Да-да. Я это держу, Ничего себе он давит. Идет. Наш трофейчик идет. Да хороший. Я понимаю, у меня тоже. Нет? Да. Конкретно. Подождет. Жду. Вот, блядь, ёбаный бог, снимай. Интересно. Три раза, блин. Есть. Давай, у Михи тоже тащит. Ушел уже? Сидит же. Нету? Блин, Миха пока меня помогал, у него ушел. Ну ничего, что, не будем огорчаться. Смотрите, какой красавчик. Вот это да. Пушка будет, да, Мишаня? Фух, вот это адреналинчик. По кругу он пошел у тебя. Ты говоришь, ушел. Сидит он. Ну, вон он, сверху видно его. Вот он. Закидывал аж туда. Ну, развернул аж сюда, в эту сторону. Теперь я не знаю, как мы двоих в этот в один подсак. Давай пробуй сюда подводи. Уже как-нибудь справимся. Есть. Так, механик, вот тут держи, а я буду отцеплять. Двух загнали в одну лунку. Теперь пойду я распутывать. О, красавчики какие. Прям как буром пошел.
далеко еще? Тебя вижу, его не вижу. Ты куда заводишь на уточку? Ну он сам идет, я же не могу, вон, видишь, какой хороший. Чеченец, блин, я опять собрал удочки мои. Как я их это? Как снял его? Ну, как-то так. Уже трофейчик. Отлично. Какой красавчик. За тобой мы сюда приехали, брат. Ништяк. Ребята, вообще огонь. Руки трясутся. Михи, поклевка. Бешеная причем. Капец, он тебе давит удилище. Че там, как ощущения, Миха? Нормалек? Слабляет, тебе опять давит. Все, ты мои все собрал, наверное. Давай вот на эту сторону его, старайся. О, поближе, ближе, 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 ближе. О, хорош какой, хороший Василек. Так, теперь подожди, держи. Я сейчас это смотрю. Включать? Нет, вот я. Да где не утопили, ебать, горек. Все, выпусти. Красава. На берегу там карпы как плещутся. Прям, блин, душа радуется смотреть на него. Такие спиняки плавают, офигеть. Вчера мы налюбовались этим пейзажем. И сейчас сидим вот недалеко от камыша. Прям плюскается так, ё-моё. Слышно, да, как плескается там? Грязевые ванны принимает карп. Прям так интересно, капец. Вон он. Увеличу, будет видно. Плескается, капец. Ну а мы сидим, рыбачим. Что-то у нас притихло. Сидим, любуемся, как карп плещется. Такая у нас обстановочка. С утра ветрище было. Мы заплыли сначала поглубже, но потом ближе к берегу встали и донки кидаем туда, на фидера получается.
как можем, так рыбачим. Вот мои два фидера и одна удочка поплавком. У Михаила тоже вот одна удочка, и доночку он закинул с колокольчиком. Вот так вот сидим, рыбалим. О, затащит. Давай, давай, сейчас я подсакаю, помогу тебе. Сошла? Инспектора подъехали. Но у нас путевочки, все нормально у нас, закон не нарушаем, все в порядке. Забиваем прикормочки, кормушечку, чтобы карпик подходил, клевал. Все, сейчас оденем кукурузину и будем закидывать. Вот такая прикормочка. Еще я сюда добавил немножко этого, какой-то имитатор карповый. Оденем удочку, я снял поплывок, убрал, сейчас поставлю фидером, на глубине лучше берет. Вчера было хорошо на удочку, мы поглубже стояли, сейчас мы по над берегом, потому что ветер, и вот все по над берегом, можно сказать, стоят. А вчера на лодках много было, но сегодня на лодках мало, мы тоже там стояли. Берегу лучше, тут ветер потише. Все, буду сейчас снаряжать, заряжать. Кукурузка вот такая вот сладенькая. Такую кукурузу одеваю. Здесь у нас вот такая, чуть потверже она. И есть анисом магазинная такая. Анис. Все, на все три крючка я одеваю всю разную кукурузину. Для пробы, так сказать. На какую-то все равно берет. Анис закрываем, чтобы не выдыхалось. Я одел на верхний крючок. На эти два разные одену. Все. Монтаж я буквально собрал за 5 минут. Завязал, насадил. Все буду закидывать. Михаил, опять работочка. Что там? Видно его? Это сбоку. Вон, вон, вон. Это у меня тоже удилище этот.
клюнуло. Смотрите, как согнулся. Тоже клюнуло. Дергает вон. Давай, давай, давай. Ты этот сильно так нахально его так не тяни. Помягче чуть-чуть. Держи. Вот мой фидер, смотрите, как он согнулся. Оба! Ну нифига себе! Что-то бомбическое. На, Михаил, потом. Что-то прям бомбическое. Прям давит. Конкретно. Я его поднять не могу, прикинь. Не вижу, давай. Миша! Сейчас все утопим, блядь! Этот! Блин, он крупный, Мишаня. Давай цепляй своего пацана. Хорош кабанчик, хорош. Блин, не могу даже его поднять, это со дна. Хороший, хороший. Кабанчик хороший. Ух, смотри какой. Нифига себе. Я его за пузо взял. Зеркалюха. Зеркалюха, приколюха, смотри. Ни черта себе. А, нет, он из-за рот, из-за ложки получается зацепился, да? Первый зеркальный карп в этом году. Еще и такой трофейчик. А я-то думаю, что он так тяжело? Он и за хвост один крючок зацепился, и за рот получается. Плашмя, видишь, идет? Вот это да! Первый зеркальный, да, Миха? Красавчик! У меня же руки трясутся, ё-моё! Это да. Так. У них опять поклевка. Красавчик. Давай, давай, потихоньку. Потихоньку. Ты его капец в нагляк тянешь. У него же губа слабая. Сам так захотел, короче, да? Ветерок опять поднялся, вот на это вот посередине, которая, вот это крайнее, било хорошо. О, пошел как. Натянул. Есть. Вот это да, вот это да. Вот это он прет. Вот это прет он. Он говорит, новые крючки не клюет. А ну сам детский клюет. Советский? Да. Тупой, говорит, советский крючок клюет нахуй. Хорошо, прям давит. Прям хорошо давит. Этот фрикцион сразу трещать начал. Ну где ты, мой трофейный поросишка? Он? Не вижу, трофейный, не трофейный. Чувствуется хорошо. Прям мой парень.
кислорода хапнуть. Вот это борьба, вот это кайф. Не показывается, да? Сейчас, сейчас. Ох, блин. Черт. Бляха, муха. Фу ты, блин. Зла не хватает. И так нежный. Нихера, блядь. Хороший был, так и не показался, да? Нет. Опять ребята на это, смотрите. Опять, опять. Опа. Есть. О, тоже давит. Хорошо давит. Когда же я поймаю свое трофея, блин, а? Поймаю я сегодня его вообще или нет? Поймать-то это одно, а вытащить очень тяжело. Он сильно упирается, немножко сопротивления ему даешь, все, губа рвется у него. Вокруг пошел, в другую сторону пошел. Миха, возьми камеру. Куда будем ждать его самого. Хорошо, дали. Ух ты! Сейчас даже прицел пошел. Он куда попёр. Стоял вот там, аж вон туда ушел. Хорошо давит. Блин, аж рука отсыхает, устает. Сейчас я, наверное, твою там зацеплю. Так, ладно, чуть вперед. Деда там только не запутай. Зачем туда снимать? Вон. Испугался садка. Да ё-моё, у меня уже рука отсохла. Да гляк, кто же его тянет сейчас? Губа у него порвется. Вот это битва! Ай, блин, у меня уже рука отсохла.
Так, подожди, подожди. Блин, я рука отцапала, ё-моё. Так. Теперь ты возьми камеру. Меня сними. Вот, ребята, вот это вот удилище делает дела. Ух, у меня аж рука отсохла, ё-моё. Так, теперь ты держи камеру. Сейчас, подожди, я все распутаю. Ага, ну смотри. Нет, я бы здесь. Сейчас, сейчас, подожди. Успокоится душа рыбака. Фух. Вот это битва. Вот это да. По-настоящему кайф. Смотрите, ребята, какой он. Какой он красавчик. Только посмотрите, вот это да. Фух. Лайкос, пожалуйста, ставьте. Прям смотри, опять с краешку, прям видишь? Прям с краешку, вот как закон подлости, как говорится. Трофейный, ну, как более-менее такой крупный, с краешку, а мелкий он. За хвост дупля взял. Вот оно. Я довольный, просто довольный. До ужаса. Все. У нас опять с Михой дуплета. Я вытащу. Миха вот тащит. Поднимай. Я не вижу его. Хороший, хороший, хороший. О, у тебя хорошенький прям. Зацепляй его прям в этом. Потом я своего отсюда. Ух, вот это рыбалка, бомба, да, Миха? Ты говоришь, тебя там зацепил. Я вроде нет, не зацепил. Раз у меня удочку зацепишь, куда у меня удочку пошла. Вот это не зацепил. Кажется, это он зацепил. Вот он зацепился. Давай, отцепляем, закидываем опять. О, Миха тянет. Фарфуху. Много подмотал. Моей лески нету? Нет. Что она так пошла? А, нет, нету. Нету? Ослабь этот, штопор отпусти сначала. Не, кольцо вот это, открой его, полностью открой и все. Вот и все, занимайся. Ничего, карпуха такой. Да! Еще палец в крыше шагнул до паски. Дай, дай. Все? Все, рыбалим дальше. Сейчас, подожди. Все, ребята, вот мы выплыли. Вчера у нас было 10, сегодня 19. На двоих мы взяли с Мишаней. Трофей у нас, конечно, ушел. Но сейчас мы самого такого взвешиваем. Это пакет надо. Мишаня. Под что пакет? Ну, чтобы одна... А. За жабру, вот, цепляй. Какой самый тут у нас? Два их, да, тут? Это вот пирогу. Вон тот и вот этот. Сбрось заново, ага. Полностью отцепи его.
брось. Все, видите, край. Два с чем-то было. Кило 985. Ну-ка еще раз попробуй. Или это он дрыгнулся, два с чем-то показало. Я думал, он 2-2,5 будет. Ну, 2 есть, да. Я говорю, 2 ровно. Да. Вот это наш трофей. Самый такой мощный. Вы увидите на канале, когда я его, блин. А, кто смотрит, уже посмотрел на канале. Прям бомбический был. У меня прям рука уставала его держать. Рыбалка, вот. Да. Остальные полторушки. Вчера мельче было, сегодня весь такой зачетный. За килограммчик. Нет, а нет. Сколько лаптей не считали? Вчера у нас 12 лаптей было, да? Сегодня сколько раз? Один зеркальник, кстати, нам 3, попался. 4, 5, 6, 7, 7, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вон того ты не посчитал. 20 штук. Вчера было 12 штук, сегодня 20. Ну и по весу тоже. Вчера было у нас 10, сегодня 19 копейками. Ну, Миха, как ты? Душу отвел? Отвел, во. Открыли сезон по карпу. Че, рыбалка? Класс. Открыли сезон по карпу, лето началось. Все, друзья, подписываемся на канал. Кто подписывается, обязательно еще раз нажмите колокольчик и самое верхнее выберите. Нажмите все, чтобы вам приходило уведомление. До скорых встреч. Мы кайфанули конкретно по рыбалке. Пока.